Ангус Спилман является заключенным вот уже 22 года. В ходе следствия власти никогда не учитывали показания доктора Гаммы из-за ее глубокой психологической травмы. Она жертва преступления, травмированная случившимся. Вы служите в местной полиции уже 4 месяца? Кажется, что вечность. Сколько жизней ты бы спасла, если бы не ошиблась с профилем убийцы? 6 женщин. Он знает, что идет следствие, но все же приводит жертв на прежнее место. Серийник, проверь руки и ноги. Это ключ к делу. Я могу многое тебе сказать.